Здравствуйте, друзья! Вот у нас Лена, наш новый офис-менеджер. А вот у нас гость из Австралии. Ваша жена смотрит наш канал. Да? А вы тоже смотрите или так, жена? Я тоже смотрю вместе с ней. Вот. Полина, она активно пишет. И... А где вы там в Австралии проживали? В Сиднее мы проживаем. То есть неплохо. А вы сейчас проживаете там? Мы сейчас проживаем. Я правильно помню, что вам работу где-то здесь предложили, да, или что? Да не то, что предложили. Просто был вариант посмотреть здесь работы, поговорить, приехать, может быть. То есть вы просто как поработать. Бы гостюете? Сейчас я гостюю, я в турпоездку приехал по Америке. То есть супруга по Москве там гуляет или где она гуляет? Да, она по Москве, я здесь. А вы оригинали, вы откуда сами? Мы из Москвы. А земляки, а где вы там жили? Мы жили на Преображенской площади. Ой, ну то есть совсем рядом. А мы вот туда, сейчас там метро Авиамоторное в тех местах, ну скажем так, до Преображенки было на там трамвайчике там 15 минут. Вот, я знаю, да. Эти места. Ну что же, хорошо. Значит, к нам гость не просто так, а с гостинцами. С гостинцами. Так, давайте, показывайте гостинцы. Ну, первый гостинец — это национальная австралийская шляпа. Так, ну-ка, это с ума сойти. Она с такими висюльками. Ой. Ой, ё-моё. С кенгуру тут. А? Так. Да. Видимо, висюльки должны как-то защищать от чего-то. Висюльки защищают, потому что есть сезон в Австралии, когда мухи нанимают очень сильно. Ага. И когда идешь в этой шляпе, так, стоит головой немножко покрутить, и мухи разгоняются. Мухи разлетаются, потому так, что они не дают ни дышать, ни говорить. Я чувствовал, что это не просто так. Это не просто так. Так, теперь тут еще какой-то подарок. Да, это национальная австралийская футболка. Ах ты, господи. Так. Мне она будет великовата, но вам в самый раз. Так, ну, даже... Ну, это отдельно потом надену, а то так вот посредине рабочего дня. Ну, я понял, спасибо. Спасибо. Аборигенское искусство. Аборигенское. Солнце, кенгуру. Ага. Да, интересно. Написано... И это Айрс Рок, или гуси, другое название его. Гуси ти-шорт. Улуру. Так. Гузис ти-шорт, Австралия. Так. Это символ Австралии, можно сказать, национальный. Айрс Рок. Большая красная скала. Ах, ты ж гость. Я думал кенгуру что скачет. Перед ней скачет кенгуру, да. Понял. Ну, вот этот красный камень нарисован. Спасибо. Айрс Рок. Спасибо. Так все сувениры или там еще что-то? Ну, занять? Пока все. Пока все. Ну, идем тем тогда. Учитывая, что они со мной 2000 километров по Америке. Понял. А в давай... палатках ночевали. В палатках? Всем начали, да. Так давайте я вам книжку нашу подарю. Да? Будете книжку возить? У вас не есть? Откажусь. Ресурсы. Уже улетаю сегодня. А, все, пошли за книжкой. Обратно. Ну что, друзья, вот у нас книжка. Мы тут подписали, да, Полине и Денису. И торжественно вручаем. Давайте я вам торжественно вручу. Давайте. Все. Большое спасибо. Держите, читайте. Может быть, вы читали принял. Уже в электронном формате, я не знаю. Нет, я не читал. Нет, все, вот будете... читать в поездке, в самолете как раз вот полетите сейчас, да? Как раз обратно. Ладно, Полине привет, Австралии привет, кенгуру, если встретите там туземцы всякие, всем привет. Зрителей нашего канала, может, там тоже найдете каких-то, всем привет. Хорошо, передадим.